Привет всем! Вчера у нас на канале был вот такой краткий обзор буксировщика Ирбис Мухтар 15. Сегодня у нас была возможность покататься на этом буксировщике. Погода хорошая, то есть снег вот такой тоже мягкий, классический такой зимний снег, температура около минус 12- минус 13. Ну и, соответственно, мы вот покатались на нем в поле. Краткие характеристики Мухтар 15 вчера уже обозначили, то есть если пробежаться по ним совсем вкратце, то это двигатель 15 лошадиных сил Лифан. Такой классический двигатель да, для буксировщиков. Гусеница композит, 500 шириной и длиной 2828 миллиметров. Лыжи здесь Динго, так называемая, достаточно популярная лыжа. Трансмиссия это вариатор Сафари и коробка реверса Буран. Покататься по более глубокому снегу вот на Мухтаре, к сожалению, не получилось, потому что при вот малейшем съезде в какой-то более глубокий снег у него переворачивается, к сожалению, передняя тележка. На этой передней тележке есть ограничитель, да, такой стопор, который, по идее, служит для того, чтобы она не переворачивалась, но, а, тем не менее, она переворачивается сразу же. Поэтому вот испытать его а, ход по глубокому снегу или то, как он вот идет вперед на максимальной скорости, у нас не получилось. Чтобы покататься вот по более глубокому снегу, сначала необходимо будет решить здесь этот вопрос с переворачивающейся передней тележкой. Но те, кто владеет уже вот таким буксировщиком, они, скорее всего, этот вопрос уже решили. А, ну, что-то, наверное, приварить типа ограничителя, еще более правильного такого. И а, тогда тележка, наверное, не будет переворачиваться. Но пока, к сожалению, вот мы не можем сказать, как он едет по более глубокому снегу. Коробка реверса здесь стоит стандартная снегохода «Буран», как мы уже говорили. Но сейчас вот она новая, переключается она ну, немножко а, туговато. Но постепенно предполагается, что она так же, как и на «Буране», разработается и будет переключаться попроще. Второе, на что здесь стоит обратить внимание, это несколько вот необычная конструкция капота. Такая встречается сейчас на меньшей части буксировщика, да, то есть когда капот закрыт полностью. Большинство буксировщиков делается с таким вот откидным капотом, когда его можно целиком откинуть и получается такой полный доступ к двигателю, трансмиссии и ко всему подкапотному пространству. Здесь, соответственно, вот эти боковые все панели установлены на винты и без специального инструмента, соответственно, их не Снять. То есть, с одной стороны, это защищает именно буксировщик его внутреннее подкапотное пространство от попадания снега. Но с другой стороны, доступ к агрегатам, расположенным в подкапотном пространстве, здесь посложнее. То есть необходимо, если необходимо ну, подобраться, там, допустим, к вариатору, то придется снять вот эти боковые панели, установленные на винтах. Хотя здесь есть вот именно быстросъемная боковая, вот эта верхняя крышка, которую мы видим. Вчера уже показывали, как она снимается на резинках, да, и можно получить, вот если быстрый доступ, то только сверху к агрегатам, которые расположены под капотом. Третий момент, на который стоит обратить внимание, то есть не так много буксировщиков, у которых есть вот в базе подогрев э, рукояток. Мы, например, продаем буксировщики лидер, то есть там есть такое исполнение, называется люкс или там еще полный фарш, где тоже установлен подогрев рукояток. Но э, здесь вот особенность в том, что ручки установлены на такие как бы саморезы или винты, и один из них вот сразу, например, открутился да при первой же поездке. То есть необходимо его будет как-то по-другому зафиксировать эту ручку, она вот болтается пока. В то же время подогрев рукояток и курка газа штука достаточно удобная. Ездить так, конечно, комфортнее. Еще некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, это все-таки наличие гидравлического тормоза то есть у многих производителей тоже есть такая возможность, но это уже так называемые люксовые комплектации. Здесь этот гидравлический тормоз есть. Ну и пользоваться гидравлическим тормозом, конечно, комфортнее и удобнее, чем, например, вот механическим тормозом, который установлен, механическим дисковым тормозом, который устанавливается ну, в большинство буксировщиков. Он подешевле, у него нет как таковой гидролинии, ну и, соответственно, эффективность дискового механического тормоза поменьше. Но ну, еще один момент вчера на него уже обратили внимание, то есть здесь есть а, такой ключ зажигания, который установлен под капотом, замок зажигания, да, с ключом, про который не стоит забывать. Ну и если ключ, соответственно, не включен в положение там зажигания, то а, буксировщик не заведется. Еще одна особенность этого буксировщика заключается в том, что здесь вот управление воздушной заслонкой выведено на руль. Это из-за такой конструкции капота, то есть здесь ну, быстро подобраться вот к тем рычагам э, двигателя стандартного лифан не получится или любого другого двигателя который расположен сбоку здесь для этого необходимо открутить э, винты и снять боковую панель пластиковую защищающую да, подкапотное пространство но, как правило, у большинства производителей буксировщиков все-таки воздушная заслонка, конечно, используется стандартная, которая расположена на двигателе. Ну и там же, как правило, есть и праймер. То есть праймер все-таки устанавливается сейчас большинство двигателей. Это устройство предварительной подкачки да, топлива в карбюратор ну, для более облегченного запуска. Ну и в большинстве вот двигателей современных он тоже есть. Но чтобы воспользоваться праймером, также нужна несколько другая конструкция капота, да, которая позволяет... Праймер тоже расположен сбоку. И конструкция капота должна позволять это сделать. То есть подкачать топливо праймером, открыть воздушную заслонку и после этого уже завести двигатель. Но для этого нужна вот несколько другая все-таки еще раз конструкция капота. Если рассмотреть раму, то здесь вот как мы видим раму, ну, такую более технологичную, да, или скажем так, она... Требует меньших трудозатрат да, на ее изготовление. То есть здесь рама изготавливается методом лазерной резки, как мы видим, и гибки. Хотя вот есть еще, ну вот мы продаем, например, буксировщики из и Там рама изготавливается из трубы, которая э, загибается и сваривается. То есть несколько разные технологии. Ну вот в большинстве случаев используется, скажем, пожалуй, все-таки вот такая сейчас технология изготовления рамы. То есть она ну, как-то попроще и такой, производительность, да, скажем так, при изготовлении такой рамы выше. Здесь также несколько своеобразная конструкция лыжного модуля, но своеобразна тем, что есть вот, соответственно, уже такой обтекатель пластиковый в базе. Также, пожалуй, она отличается тем, что ну, вот несколько необычная конструкция вот этого основания, куда ставятся ноги, потому что, как правило, все-таки основания такие делают облегченные именно, чтобы снег там не задерживался. Они имеют либо перфорацию, либо вообще вот это основание, куда ставятся ноги, сварено таким образом, что из трубы, что там снегу, в принципе, задерживаться негде. Ну, здесь вот несколько другая конструкция. Коробка реверса, как мы видим, здесь используется «Буран». В YouTube есть немало видео, где вот рассказывают, как переделывают эту коробку именно для того, чтобы использовать ее на буксировщиках. Но эту коробку давно уже освоили для вот именно применения в буксировщиках. Ну и в принципе это такой стандартный и проверенный вариант. Защита цепи здесь есть, но она вот такая вот пластиковая. То есть более простая, хотя сейчас, ну как правило, делают именно стальные защиты цепи или даже вот как у Тафалара, например, такой сплошной кожух цепи, где цепь ну как-то больше защищена вкратце подведем некоторые итоги буксировщик все-таки вот напомню ирбис мухтар стоит 180 тысяч рублей на сегодня 179 900 ну и судя по тому как изменяется доллар то есть цена скорее всего еще вырастет поскольку здесь также применяется достаточно много импортных комплектующих здесь используется много таких достаточно продвинутых решений, то есть, например, вот гидравлический дисковый тормоз или там подогрев рукояток и курка, вот обтекатель передний такой есть здесь пластиковый, да, на лыжном модуле, ну что редко встречается достаточно, коробка реверса Буран, но в то же время здесь, например, стоит более такой базовый двигатель Лифан 15 лошадиных сил, ну, то есть на сегодня не самый пожалуй мощный двигатель, ну и соответственно мы также, к сожалению, вот сегодня не сумели таки оценить, как идет этот буксировщик по а, пухлику или по более рыхлому снегу, потому что оказывается вот в базе переворачивается тележка, да, то есть этот вопрос необходимо решить прежде чем кататься по более глубокому снегу. В целом выбор остается за покупателем, то есть вот набор неких технических решений, которые есть в этом буксировщике, он отличается да от большинства буксировщиков, которые сейчас есть на рынке.